Друзья мои, радости нет предела. Я начну этот ролик с приятной находки. Только вот буквально Димон не даст соврать. Копая яму, я сказал, вот хотя бы, блин, ощутить, вспомнить тот момент, когда находишь крупную монету. И вот она, ребятушки. А, это совет. Это, короче, трешка 24-го года, походу. Вот я вижу СССР. Ну, сигнал был обалденный. Я ее чуть-чуть даже доработал, ну, незначительно. Охренеть. Сигнал, конечно, вот кайф. Кайф получаешь, удовольствие. Ощущения, конечно, незабываемые. От больших монет, от медных, очень. Я уже соскучился за этими сигналами. Помою, обязательно покажу. Не буду ее сильно тереть, потому как она в песке. Сейчас поцарапается сильно. И еще здесь идет сигнал, но я не знаю. Если будет что-то интересное, я вам обязательно покажу. Поэтому не переключайтесь, оставайтесь на канале. Ребята, интуиция меня не подвела. Вот здесь соседним, вот получается трешка. Вот здесь выпадает вот еще монетка. Но это уже империя. 2 копейки в сохране, в классном. Диман. 2 копейки. 1900. Сейчас скажу вам. 1895 год. Сохран обалденный, Димон. Охрененный сохран. Вот даже сейчас видно. Вот она такая вот. Конечно, задница у нее. И орел потертый. Ну вот, решка. Номинал, конечно, нормально пойдет. Сейчас еще тут позвоним. Может, еще что-то выскочит. И вот очередной монетос. Монета. Короче, одно напоминание о монете, то, что она круглая. Что там, что на ней намалевано, тяжело сказать, определить. Скорее всего, копейка Николаевская. Судя по размеру и по контуру, по ободку. А там не знаю даже, честно говоря, что сказать. Сейчас попробуем потереть ее. Почистили монетку. Оказывается, еще не совсем плохой сохран. Это просто монета была обросшая грязью. Вот так вот выглядит. 1898 год, 1 копейка. Друзья, ну вот у нас следующий сигнал. В 10 метрах буквально от предыдущей находки. Да нет, это как бы вообще не... Ух ты, серебро. Да? Ну, он кант видно. Так. Контур, смотри, сейчас. Видишь, он этот, гурт. Да, сереброха. Походу, десюлик, наверное. Судя по размерам. Может, пятерка. Блин, она что, уваленная вся или что? Вот ты жопа. Уебанная. Ее ушатали вообще в хлам. Ужас. Пятерка, да? Подобие копейки, блин. Ужас. Как ее ушатали. Я не пойму, это 5 копеек или 10? Это, короче, расплюснутая пятак, походу. Никогда в жизни не ходил 5 копеек серебряных. И вот, нашел. Убитые вообще в мясо. Я, она как бы не на изнанку вывернута, я не пойму. Наоборот написано копейки, видишь? Хуя. Короче, дедуктивным методом мы пришли к такому выводу, что кто-то изнасиловал эту серебряную монету, взял копейку, положил на нее и отчеканил, короче, в обратную сторону эту копейку. Видите, написано 1 копейка наоборот. На серебряной монете, короче. Монета была серебряная, гурт видно. Ну, короче, ушатали ее. Блин, да, печально. Короче, было ли 10 копеек, или пятачок маленький. Это пятак, 100%. Малюсенькая копеечка. Ну, вот видите, 1 копейка серебряная. Ни у кого нет, у меня есть.
Так, вот очередная находка, ребята. Смотрите, блядь. Какая красотища. Вот это я нашел. Перстенек. Жалко, конечно, не драгметалл. Но, тем не менее, вот такой вот перстенек попался. Его помоем обязательно. Вот вы его видите сейчас на экране, вымытый. Так, я руку отодвину, чтобы было место, куда показать. Вот такой зачет. Отличная находочка. Идем дальше. Итак, следующая находка. 50-й год. 2 копейки. 1950-й год. Но ранние советы, средние, так скажем, даже советы, они вообще в идеале, красава. Надо их еще помыть, это вообще будет красотень. Хороший монетосик. Прямо наверху лежал под листьями. Ждал вот здесь. Дерево.